Нейробиолог Софья Куликова, старший научный сотрудник Пермского кампуса Высшей школы экономики, рисует для нас на планшете счастливый мозг и факторы, влияющие на это состояние. Это и вкусная еда, и любовь, и музыка, и отдых, и природа, и достаток, и хорошая книга, и физическая активность. Исследователи мозга подтверждают, счастье достижимо. Если люди верят в то, что счастье есть, значит, оно есть. А мы знаем с вами много примеров людей, которые могут честно сказать, я счастливый человек. Но, скорее всего, они в этом случае говорят не о том, что они вот прямо сейчас испытывают чувство эйфории. На мой взгляд, счастье – это какое-то, скорее, более общее, продолжительное состояние, характеризующееся в том числе и позитивным отношением к миру, на фоне общего, так сказать, здоровья и физического, и психологического. Прочные социальные связи влияют на здоровье и психологическое благополучие сильнее, чем интеллект, доход и гены, показало исследование ученых Гарварда, продолжающееся с 1938 года. Хорошие взаимоотношения с близкими и другими окружающими нас людьми помогают человеку жить дольше и счастливее. Я думаю, что мозг может нам сказать, что мы счастливы. В мозге есть центры, так сказать, удовольствия, есть центры счастья. И даже в трудные минуты мы можем сделать над собой небольшое усилие и сказать, что, в общем-то, я счастлив. Это временное состояние. У каждого оно индивидуально, как бы Толстой нам не говорил, что все счастливые семьи счастливы одинаково.